Семняшки, пацаны, продолжаем добивать имперку. И, кстати, мне тут очень многие говорили насчет портов, что строй не строй эти торговые, да, как у меня они есть. Пока ты в столице своей не изучишь определенный порт, у тебя, как бы говорится, не будет никакого толка от этих портов остальных, потому что они не соединены с столицей. И тут я смотрю, что да, скорее всего так оно есть. Возможно, торговые пути, море плюс 3 еще прибавляет. Так что для этого мне нужно изучить разделение труда. Разделение труда у нас находится здесь. Тут 2 хода, здесь 6. Ну вот как раз вот после того, как вот этот изучится у нас штык, мы начнем, наверное, вот эту вот физиократию, а потом разделение труда изучать. Ну а сейчас мы ждем, пока у нас начнутся восстания в Англии, когда англичане начнут активизируются, и уже будем их добивать. Да, тут у нас пока денег не хватает. Ну что ж, надо пропускать ход. Пропускать ход. Это меня бесит. Да, пропускаем ход. Так, что-то как-то на Османской империи так нехило подвисло у меня. Я прям даже думал, может, игра вылетит. Да, тут англичане. Да-да-да-да-да. Ну, да-да-да. Ну, это я понял. Португалия. Забастовка. Да там все. А, ну да, мы же там нанимали армию. Ну, как армия? Гарнизон типа того. Нет, все нормально. Ща-ща-ща. Погодите. Угу. Да. Тут эти продолжают жечь, да? Сволочь, подошли бы поближе к столице. Кстати, у них армия потихонечку растет, но меня это не волнует. А османы что-то очень долго думали, я прям боюсь, как бы они тут не устроили нам тотальную веселуху. Поэтому я еще раз попытаюсь с ними помириться, и с Австрией тоже там союзник заключу. Но, ёб твою ж мать, да ладно, я не верю в это. Я в это не верю. Офигеть. То из Польши, да, получилось, да, и с ними. Может, даже союз с вами заключим, ну? Да, ну что, так плохо-то. Ладно, давайте с Австрией попытаемся все-таки союз заключить. Может, и они согласятся. Ясно. Ну, теперь... А-а-а, я понял, погодите, что у них там? Греция. Османов-то рвут, да? Османов-то рвут, получается. Или это уже было? Наверное, это уже было. А, точно, Афины были, да. Значит, что-то с Османской империей какая-то не та херня творится, раз они так согласились. Ну все, теперь я точно не буду беспокоиться за свои восточные границы, да, то есть за свою столицу. Теперь я могу сосредоточиться полностью на уничтожении Англии, и это очень хорошо. И, кстати, вот что я хочу сказать. Надо разбивать эту армию, пока они не объединились. Да и вообще надо уже выступать. Они, кстати, мне тут порты рушат и прочее все. Инфраструктуру мою разрушают, говнюки такие. А, да, давайте еще чем-то на порядок. Степень довольства. Вот это вот надо тоже починить. Что у нас там еще степень довольства? Баллы. Ну и казармы, чтобы нормальные войска нанимать. Да вообще надо все чинить здесь. Да. Все чиним. Деньги есть, отлично. То есть мы восстановимся. У них там ноты протеста, но это само собой. Я в этом не сомневаюсь. Кстати, может, налоги поменьше сделать, а? Сильно мы пострадаем, если мы сильно налоги так убавим, а? Так, 6000, 7000. Да, в принципе, не сильно страдаем, но заодно у нас еще и порядок будет нормально. Кстати, может, еще и сословие. Ну, сословие выше знать, как бы ей пофигу вообще. Поднимай, не поднимай, все равно они будут довольными. Так, что у нас с этими территориями-то? Вроде мы там все разобрались. А, ну вот уже. То есть, еще немножко, да, пройдет времени, и я уже выдвину армию, чтобы уничтожить этих говнюков. Да. Так, технологии, точно, технологии. Пока у нас нет, не надо там никакие строевые шаги там и прочее. Давай это
Ократь ее изучай, а дальше мы будем уже разделение труда, чтобы улучшить наши порты, порт в столице, и чтобы уже, как бы говорится, у нас все было хорошо в этом плане. Армия наша, да, вот это сейчас армия, она пойдет уничтожать англичан, и будет у нас битва в этой серии. Я даже, наверное, на всякий случай еще и подкрепление подведу. Ну так, чисто, чтоб было. Где-нибудь вот здесь... Так, стоп. Где-нибудь вот здесь вы станете? Надо, чтобы нас перехватили. Да, подкрепление у нас есть. Ну, проведу битву, да? Потому что автобой опять у нас здесь делает очень много всяких... няш. Мяш. Полезных. И не очень. Поэтому, да, я, наверное, проведу сам битву. Почему бы и нет? Я хочу... Мне нравится бить англичан. Кстати, да, мне в комментариях поправили, что английская армия не такая хреновая, как я и говорил. Все-таки были моменты, когда они показывали свои зубы. Да, был неправ. Спасибо, что есть такие умные люди, которые подсказывают в комментариях. Спасибо вам. Поправляйте. И прочее, прочее. Ладно, давайте начнем битву. Что у них там? Пушки. Полупушки, господи, самые старые. 6-фунтовка. Даже у нас лучше. У нас 12-фунтовка. 4 штуки. И еще. И еще. 12-фунтовая артиллерия, то есть у нас в этом все деле замечательно. Дальше что у них есть? Линейная пехота, но это уже... То есть это уже постоянная армия, не тот гарнизон, которым мы сражались, так что с ними будет поинтереснее. Драгуны, линейная пехота, гренадеры даже есть. Но у нас тоже есть гренадеры. Первый полк против 4-го полка. Что ж, приступим. Так, войска расставил, пушки решил поставить по центру. Ну, дальше все пехота по бокам, здесь у нас гренадеры находятся. Здесь у нас пехота, здесь у нас конница, да, генерал, еще кавалерия. У нас еще подкрепление должно быть. Так, а я про этих забыл. Ну, не забыл. Ничто не забыто, ничто не будет забыто. Поставим вас сюда, будете защищать пушки. Мы в наступлении, и мне надо выдвигаться вперед. Потому что здесь стрелять, ну, как видите, нет никакой возможности. Поэтому объединяем эту группу всю полностью. И она сейчас выдвинется у нас вперед. И у нас еще подкрепление должно подойти. Что давайте какую-нибудь займите такую позицию, чтобы прям замечательно все было. Вот даже такая сойдет. Все равно они идут сами вперед. Блин, они сами вперед идут. Быстрее, бегом, я сказал. А где наше подкрепление-то? А, ну, видимо, да, тут пока эту армию нашу не разобьют, подкрепления у нас не будет, потому что нету больше места. Ясно, понятно, я понял все. Я все понял. Блин, а английская армия не такая уж и хреновая, вот это мы с ополчениями боролись, а вот этих я уже побоюсь, товарищи, потому что... Но эти товарищи могут нам показать, что мы были неправы. Наша артиллерия очень долго подвигается, это очень плохо. Блин, это реально очень плохо. Так, кавалерию давайте пока выведем на позицию для атаки. Бегом. Этих тоже мы выведем, чтобы если что могли сразу же ударить. В бочину им. Так, пушки, давайте сразу я сейчас вас на картечь поставлю, как только вы подойдете. Прям вот сиюминутно. Сиюсекундно поставлю вас на картечь. Так, все, вы поставились. Так, все, встали. И картечь. Вот сейчас мы такой божественный залп картечи дадим, что вся эта армия должна будет сразу же побежать. Так, главное, что на нашу кавалерию не отвлекались. Надо очень сейчас следить за... всеми своими войсками, чтобы не пропустить важный момент какой-нибудь. О том, что я могу это сделать. Так, давайте побыстрей, товарищи. Родина вас не забудет. Так, вот первые смертники идут. Первые смертники. Уже залп. Да, залп уже дается. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Ну и сразу, естественно, побежали. Плюс еще наши солдатики стреляют. Так, вот здесь вот мне не нравится подход войск, поэтому разбиваем вот эту вот армию.
этот отряд. И здесь тоже не нравится, поэтому разбиваем сразу же. Уж сейчас с этим-то, я думаю, справится. Сейчас мы по флангам пройдем, там, пошуршим чуть-чуть. Так, наши пушки перезаряжают. Главное, чтобы их не перестреляли к херам собачьим. Так, вот здесь наша кавалерия уже доблестная наяривает, как обычно, по стандарту. Все по стандарту идет. Но они не сдаются, то есть это тебе не это. Не ополченцы какие-нибудь. Но эти-то понятно, тут их толпа. Так, давайте по флангам начнем идти. Шороха наведем. Так, тут тоже сдаются. Сейчас быстренько мы их разобьем, я думаю. Главное, чтобы под картечь своих не попасть. Так, вот здесь наших уже лошадок убивают. Уже другая вражеская. Ой, батарею разбила, господи. Какие вы засранцы. Надо артиллерию разбивать. Артиллерию врага надо разбивать, но я не могу понять, где она. Ах ты, как запряталась-то, а? Слушайте, молодцы, молодцы. Давайте, убивайте. Надо быстрее пехоту разбивать, а дальше мы уже как-нибудь справимся. Так, все, пушки. Стоп. Время. Стоп. Что-то я как-то... Пушки можете замолкнуть. Да, пушки мне вы больше не нужны. Сейчас наша конница здесь прославленная справится. Мы их разобьем. Так, да, всю армию гоним, врага. Отлично. Такая быстренькая битва у нас будет. Но главное, чтобы потерь больших не было особо. Так, пушки, я вроде вам сказал не стрелять больше. Вы не стреляете, надеюсь? Спасибо. И нападаем на артиллерию. Ой, ну здесь просто куча мала какая-то. Офигеть. Реально куча мала. И опять эта арава бежит справляться. Ну тут даже вот эти не остановят, господи. Тут такая арава бежит, что... Естественно, сейчас все... Они, главное, не успели перезарядиться, это замечательно. То есть по нам картечью не долбанули. Ой, ё-моё. Какой кошмар, какой ужас. Какой кошмар. Наши войска бегут. Какой позор! Да, как во втором этом Риме. Битва кавалерии. Это всегда интересно. Ну давай, давай, наш, справляйся. Ну, заруби капусту. Порубим их в капусту. Ну, давайте. Ну такая толпа, он один все до сих пор стоит. Его тут во все стороны толкают. Ну да, тут в Total War еще не до конца проработано, чтобы твои солдаты, например, спину, да, атаковали, пока кто-то там борется. Ну вот вся армия бежит. Чё? Кто еще остался-то? Покажите мне этих доблестных воинов Ирака. Ну вот и все. Не-не-не, продолжить, естественно, битву. Так, генерал, давай тоже прокачайся на каких-нибудь. Вот давай на гренадер. О, гренадер вообще просто замечательная цель, чтобы прокачаться. Так, наши только не стреляйте, пожалуйста. Да, все, не стреляйте. Мы и сами справимся. Так, кто это у нас? Линейная пехота. Вот линейную пехоту разбивай. Я даже так вот разделю. Этих мы пойдем вот сюда. Эти у нас пойдут сюда. Эти пойдут на этих. То есть мы вот так вот разделим наши отряды, да? Чтоб уж точно всех разбить. Да, эти сюда. А наш военачальник пойдет гренадеров бить. Да, вот он побежал. Так что мы сейчас всю армию должны разбить. Никого не должны пощадить, никого оставить не должны. Так, только что-то они тут все сразу тупят. Ага, ушли. Ушли. Тут все-таки поле маленькое, ушли. Ну нет, не все уйдут. Догоним, вот пушки еще по пути там, может, пошибаем. Хоть такое идет спокойно, да? Все нормально, чё вы? Типа, без палева такой. Я орден Святого Иоанна, не надо. Я мальца, не надо. Не надо меня убивать. Это такой, ты какой-то подозрительный тип. Ну ладно, беги, ладно. Все, можешь идти. Поверю тебе на слово. Такой, ой, фу. Он такой, наверное, ёб твою ж мать, как прям... Смотри, покер фейс, просто реально у него покер фейс. Господи, как же принесло, он, наверное, думает про себя. Хвала небесам и прочее. Так, вот, ну этим парням не повезет. Сразу видно, что это англичане.
Да. Кстати, как ты думаешь? Генерал. Генерал гренадеров рубит. Прокачается он знатно на них. Да. Хорошая битва. Потери, надеюсь, у нас не такие большие будут, потому что я очень на это надеюсь. Такой линии. Линии смерти, опять, как я люблю это называть. Линии смерти убегает. Но мы эту линию смерти уничтожаем. Потихонечку. Генерал сейчас должен третью, по-моему, получить лычку. Очень будет замечательно, если он это сделает. Здесь боевой дух там у солдат и так хороший, а будет еще лучше. Ладно, ускоряем битву. Тут уже и так все понятно, естественно. Просто ждем, пока. Ну, просто ждем и все. Что я могу сказать? Пока там наши нарубают. Не надо никого оставлять живых, потому что эти говнюки убегут. Соединяться с основной своей армией. О, господи, сколько там трупов. Соединяться с основной армией, и я потом хрен их догоню вообще. Будет очень плохо. Да. Такие дела. Ага, здесь у нас добивают. Ну все, ладно, хватит с ним. Я люблю оставлять всегда в отряде там человека 2. Как я уже, помните, рассказывал в прошлых своих сериях Total War. По-моему, даже и в этом прохождении, и в Рим, там, и в Сёгане. Типа они убегут, эти два человека, да, и расскажут своим, какие мы звери, какие мы сильные, страшные воины, и чтоб нас просто боялись. Я, по-моему, не раз это говорил, но я вот просто напоминаю вам, что я люблю так делать всегда в Total War, когда один играю. Когда я вообще один играю, если уж так вот честно посудить. Сейчас опять, наверное, картинка пропадет, потому что при загрузке что-то картинка пропадает. Это уж не моя вина, это вина Фрапса. Ну вот. Я всегда в Total War очень долго думаю, очень долго все изучаю, каждый отряд, там, описание читаю, каждое здание читаю, что оно дает. То есть я, если сажусь один играть в Total War, то я очень вдумчиво подхожу к процессу игры. То есть, так, я сейчас, пожалуй, Фрапс отожму, потому что, не дай бог, у вас все это черный кар... Хоп, все. Я очень люблю вдумчиво сидеть и играть в игру, то есть... На прохождение, когда ты играешь, тебе не удается вдумчиво это делать, потому что тебе надо действовать в угоду публике, то есть побыстрее все делать, да, чтобы зрелище побольше, битва в каждой серии была, да, но это не мой стиль игры. Но мне даже подкрепление не нужно было выводить. Мы, кстати, 186 человек потеряли. Да. В общем, это я вот так вот люблю играть, то есть вдумчиво. Прям изучая все вообще досконально. И... К сожалению, ну все-таки да, армия, к сожалению, вот именно в прохождениях не удается прям так вот конкретненько сидеть и прям вот наслаждаться игрой каждой секундой этой игры. Так, ну здесь будет восстание, кстати, сейчас у нас здесь здание восстановится, и мы можем нанимать армию. А вот этой армии я уже пойду захватывать Шотландию, надо уже поскорее кончать с англичанами, прям кончать их просто надо, чтобы уже наконец-таки добить их. Армию здесь установлю, ну пусть она здесь пока... Нет, я, пожалуй, даже не здесь тебя. Я, пожалуй, тебя даже сюда, чтобы уж не рушили. Господи, как вы говорите, эхом-то. Чтоб они не грабили наши территории... Нашу уже территорию. То есть это уже наша территория, ну вы поняли, да? Чтоб они не грабили наши территории, сволочи такие. Так, сохраняемся, попускаем ход, кстати, сколько времени. Блин. Вот что я еще единственное не люблю, когда я пишу серии, то что ты увлекаешься. То есть для тебя... 30 или 40 минут уходит как 10 минут. Вот я сейчас честно показал, что минут всего лишь 10 прошло, а уже полчаса, как я снимаю, где-то так. Да. Обидно, обидно. Вот поэтому я так и увлекаюсь, у меня серии такие долгие бывают. Очень сильно я увлекаюсь этим. Ладно, пропускаем ход. Вот, Вернин в Англии, замечательно. Османы опять очень долго что-то думали. Мне прям вот страшно становится. Но слава богу, мы с ними сейчас помирились. Дуэль. Ёптать, сколько ж вас.
Не, я не буду с вами дуэли, конечно, хотел бы вам. Ну, я, вы знаете, да, как типа когда выходит видеоролик, как мы там типа дуэль. Но у меня не прокачанный агент, поэтому пусть тупо будешь исследовать. Ну да. Замечательно. Много здесь английских дворянинов, 29 лет. Фехтовальщик, фехтование на дуэлях плюс один, стрельба. О! Слушай! Давай-ка ты дуэль! Вот чисто прикол ради. Ну вот. Кто мне не нравится? Томас, Уильям. Вот этот какой-то очкарик и ботаник, уж точно он не должен быть хорошим фехтовальщиком и прочее. Дуэль. Да-да-да. Наш, по-моему, красным, что ли. Или хрен его поймешь вообще. Ой, как это смешно выглядит. Кто убежал? Я, что ли, убежал? Эй. Ну, в общем, дуэль завершилась ничем. Хотя нет, ранен. Чё? Поединок проигран? Ты проиграл с этого? Да. Чё ж ты дно-то такое? И даже убежал так далеко, что... Ты свою честь просто, понимаешь, потерял. И обесчестил себе. Да. Почему мы в военном плане можем убивать противника, а вы нет? А ты не можешь, типа. Построен новый город. Угу. Постоялый двор, довольствие, степень довольствия, низшие сословия. Вот мне надо вот это низшее сословие. Церковная школа, постоялый двор. Да. Довольствия мне нужны. У нас и так... Блин, не дают мне прям... Не дают мне прям сосредоточиться. У нас вот так здесь построились два вот этих как колледжа всяких, которые прочее. Кстати, у нас здесь появляется восстание, да. Тоже армия британская. Так, у нас здесь все починилось, да, все починилось. Порядок у нас, конечно же, до сих пор не ок. Надо дальше улучшать эти всякие колледжи, фиголеджи, чтобы у нас католицизм вырастал. И чтобы у нас здесь агент появился. Поэтому да, строим. Строим. Тратим на это, конечно же, кучу денег. Кстати, что там у нас? Рудники можем улучшить. Блин, ну я не могу, мне надо армию восстанавливать. Тем более мы сейчас будем воевать с этими мятежниками. Я, естественно, автобитву проведу. Да, автобитву, скорее всего, проведу. Тем более у нас здесь подкрепление, да, уничтожаем. Сколько... Вот, ребят, сравните, сколько я потерял, да, и сколько у нас в автобитве проигрывает... умирает людей. То есть, ну, понимаете, да, почему я не люблю автобитвы? Капец, как я не люблю автобитвы. Вот что я могу вам сказать. Потому что здесь такие потери. Просто колоссальные. Мы все деньги тратим на то, что восстановиться. Ну давайте отсюда тоже тогда атакуйте. Кстати, тут надо тоже генерала нанять. 48. Ну хотя бы 48. Все равно они не умирают, засранцы такие. Придется мне за ними гнаться и убивать. Пушки одни остались. Слушай, вы не могли пушки-то добить. Но, естественно, мы назад не возвращаемся. Класс. Да. Ну, освободим пока от уплаты налогов, ладно. Ай, печально, печально все. В этом плане все печально, конечно. Наш еще дворянин. Давайте я еще один ход пропущу, чтобы не забыть, что у меня тут дворянин, что армию надо восстановить. И, кстати, я попробую сейчас еще с Австрией попробовать еще раз с ними союз. Я все-таки хочу с ними союз. Когда-нибудь они сдадутся. Когда-нибудь они согласятся на это. Мы даже вам технологии дадим, но... Давайте. Вот, боевой порядок клин. У вас даже нет такого. Вы такие дегенераты, господи. Что здесь с искусственным интеллектом стало, я не знаю. Может, у меня мод еще старый стоит, что скорее всего. Ай. Ладно, что у нас с технологиями? Да, скоро изучится. Да, поэтому еще один ходик сейчас я пропущу. И будем на этом заканчивать уже. И вот эту армию будем готовить нападение на Шотландию. А уж Ирландию-то потом уже как-нибудь захватим. Кстати, по целям, по авторитету как англичане. Все ниже и ниже. Это не может не радовать. Вот Соединенные Провинции, мне прям так и хочется их разбить. Но у них армия даже хуже, чем у англичан. Хотя вот... Ну да. Флот у них зато очень хороший. Даже у них флот даже лучше, чем у англичан. О как. Прикиньте.
О, как оно бывает в жизни-то. О, ладно, пропускаем ход. Есть три фактора, что мне сейчас не понравилось. Первое, то, что Османская империя очень долго думает. Да. Второе, то, что Соединенные провинции куда-то с большими войсками плыли вот сюда. И третье, вот эти вот засранцы, которые меня уже бесят. Ну вы понимаете. Что у нас здесь с порядком? Я прям просто хочу уже выдвинуть армию. Даже освободить от уплаты налогов, если так оно и будет. Вывести половину армии своей. Оставлю, наверное, гренадер. Оставлю пушки. Оставлю менее прокачанные... Вот, то есть более прокачанные войска. Ну, нормально, сойдет. И пойду уже уничтожать, наконец-то, этих засранцев. Но они меня уже бесят просто, реально. Просто бесят, и все. Так, освободили мы от уплаты налогов, получается, да? Надо потом не забыть. Англию мы еще освободили. Ну, Англию это понятно, у нас здесь войска идут назад. Вот поэтому я сейчас и хочу все это сделать, чтобы не забыть нас, когда начну следующую серию, что я тут половину всего не сделал. Естественно, не будем освобождать уплату налогов, все равно от этого никакого толку нет, а нам доход нужен. Так, вот этот дно агент, иди уже. Не бойся. Исследуй, господи. Так, у нас здесь, кстати, изучилось, поэтому разделение труда изучай. Нам нужны новые порты. Умирает должностное лицо. Ну это ладно, фиг с ним. Фермер-любитель. Ну ладно. Так, и вот эту армию надо, естественно, восстанавливать. Полностью. Полностью восстановить эту армию. Полностью восстанавливать. Она засядет у нас пока в этом городе. И что? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Католичество, католичество, католицизм растет. Найм, я могу нанять хорошие пушки, которые будут стрелять просто замечательными нашими разрывными снарядами. Медленный. Ладно. Вот такую мы наймем. Такую мы наймем. Гренадер наймем. Конец у нас и так много. Нам нужно больше... Нам нужно больше... Да, гренадер, все-таки они поэлитнее смотрятся. Мигрантская пехота нам не нужна, и еще пешие 12. Фунтовая гаубичная артиллерия мы поставим. Надо здесь нанимать хорошую армию, просто потому что я все-таки, да, хочу напасть на Соединенные провинции, на Францию, на эту Голландию. Здесь они тут свой протестанизм пускают вход. Так, и чё я еще пока не забыл? Так, армию я повел в бой. Ага, так, с этим все в порядке. Потому что сейчас серию уже буду заканчивать, я просто хочу понять, что я забыл. Авторитет. Жалко, что мы здесь до сих пор не появляемся. Польша, кстати. Пшеки-то неплохо так по армиям, даже лучше всех. То есть теперь пшеки у нас. Османская империя. Понятно, почему они согласились на мир. Маратхи. Австрия, США, Франция. Россия. Россия тоже очень на дно. Даже Польша лучше России. Что-то вообще Россия как-то здесь проигрывает по всем параметрам. Османы тоже что-то сдали свои позиции. Так что да, Соединенные провинции, это, по-моему, наша будет следующая все-таки цель, чтобы их разбить, чтобы доказать свое превосходство. Кстати, давайте пройдемся по карте. Что там, например, в Индии происходит? Моголы, да, добивают маратхи. В Америке. Ну, в Америке все как всегда понятно, там у них там все деление. Кстати, а от от Испании-то, по-моему, ничего не осталось. Испании больше нету, да, насколько я знаю. Испанию-то мы полностью разбили. То есть у них ничего не осталось. Испания, 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 Испания. Нету Испании. И. Новая Испания есть, но это не то. Новая Испания это. Так.
херня. Да, совсем мало стало врагов. Да, Польша даже сильнее России. Понятно, почему она тогда мне постоянно там хотела, чтобы я Испанию им отдал. Польша стронг, там все дела. Так, здесь у нас восстанавливается, здесь у нас армия восстанавливается, все изучается, все строится, порядок будет расти, но я надеюсь на это. Даже знать бунтует. Ох, господи, какой кошмар. Да, только у нас одна область не платит пока налоги. Хотя, я же говорю, пока эта армия есть, но вот это вот мятежная, они не будут появляться, поэтому вы тоже давайте платите деньги, за 9 тысяч в следующем ходу будет. В следующем ходу мы на автобитве разобьем этих говнюков. И, в принципе, у нас все замечательно. А это кто? Ты кто такой? Священник? Французский? Си? Так, точно, и с Австрией тоже хочу попытаться еще раз заключить союз. Ой, какие вы днище, господи. Угу. Ну давай. Я просто, чтоб у нас отношения стали еще лучше. Поэтому я соглашусь на этот обмен. Да. Ну ясно, все с ними не хотят, они с нами что-то дружить. Кстати, на каком месте вы по авторитету? А, да вы не такие-то и сильные, как мне казалось-то. Вот она чё-то как, а, вот она как бывает. Ладно, с кем мы еще можем подружиться? Да ни с кем. Никто нас не любит, никто нас не знает. Да. С Польшей может пытаться как-то союз заключить, они какие-то сильные. Хотя мы с ними воевали, естественно, они с нами не хотят дружить. Просто тут уже не осталось игроков, с кем можно подружиться. С маленькими этими я не буду дружить, нафиг мне это нужно. Но так-то у нас соотношения со всем миром более-менее такие нормальные. Только с османами и вот с Соединенной провинцией, французы, потому что мы с ними союз расторгли. Так, у нас все нормально. Так, давай-ка попытайся вот убей его вот, напоследок, просто хочу поприкалываться. Я уж понимаю, что я херней страдаю. Ой, время-то сколько, извиняюсь опять за длинную серию, опять увлекся. Давай, красненький. Кстати, красненький, это вроде должен быть англичанин все-таки. Ну что, отомстил? Ёбаный в рот. Че, действительно, что ли? Да ну нахуй. Быть такого не может, блядь. Че? Ваш соперник оказался менее удачным. Ой, ну слава богу, значит, все-таки не красненький наш. Ой, господи. Ты меня напугал, товарищ. Я уж хотел сейчас заматерить все на свете. Замечательно. Минус один агент. Я-то думал, это наш. Просто фиг тут поймешь. То наш в прошлый раз был красным, да, видели, а теперь наш это был серый. Я не понимаю вообще этой системы, нифига. Кстати, блин, все, мне хочется дальше продолжать играть, вот не могу я остановиться, ну ничего с этим я поделать не могу. Хочу отправить диверсанта, чтобы он посмотрел, что в Шотландии творится. Блин, просто не могу остановиться. Настолько я увлекаюсь Total War, что я просто не могу на это остановиться. Ладно, все, будем заканчивать уже. Опять серия долгая получилась, прошу меня простить. Просто вам, наверное, это сложно смотреть. Да всегда смотреть сложнее, чем самому играть. Когда ты сам играешь, у тебя время летит просто бешено. Ты хочешь дальше записывать, больше показать, больше. Но смотреть это все, конечно, по часу, по 40 минут. Ладно, опять я заговариваюсь. Спасибо за просмотр, дружище. Увидимся в следующей серии. В следующей серии мы будем добивать Англию, пойдем на Шотландию. Мы заключили, да, в этой серии союз с османами. С Австрией все не пытаемся, не можем никак заключить союз. Опять я заговариваюсь. Всем пока, ребят. Спасибо, что посмотрели.